речка что-то обмельчала по сравнению с прошлым разом. Больше было воды. Всем привет. Сегодня будем продолжать строительство нашей землянки. Посмотрим, что успею. Погодка шикарная, конечно. Скоро начнутся морозы уже, наверное. Холода. Уже по ночам ноль. Наслаждаемся последними денечками теплыми. Позавтракаю чаем с печеньками, а на обед уже приготовим что-нибудь. Даже скобелей у нас в магазинах нету. Капец. Захочешь купить, это не купишь. Это новое, взял пилу, вроде пока пилит, не знаю, насколько хватит. Зуб хороший у меня, быстро пил. В этой землянке, думаю, не должно быть такой сырости. Здесь такое проветриваемое место. Фу. Как у Аннушки, все ровненько.
Да, без кобеля, конечно, туговато. Топором долго стругать, тем более бревна, валежник не такой старый. Кора еще хорошо держится. Пора и обед поставить. Времени уже второй час. Зеленого чайку еще заварим. Не помню, как называется. Ну, такой молочный вкус у него, зеленого чая. Кошечка уже начинает закипать потихоньку. Да, то, что будет очищаться, то и буду очищать. Не капитальная изба же. Где-то кора останется, дай бог с ней. Сперва хотел из толстых всю крышу сделать. Но потом подумал, что лучше полегче сделать. Не утяжелять, еще и снег потом лягет. Потоньше стал пилить. Нормально выдержит что-нибудь. Вот здесь мха много. Так что махачи больше не будут мне писать комментарии, что почему не на мох, почему на пену. Нет, нет, если там мха. Я замаялся писать всем, что мха там нет, возле избушки. Лучше мох, который на болоте растет. Длинненький такой. Этот мох, конечно, не совсем то, что надо. Но все равно пойдет. В целях экономии денег. Ну вот, дешево и сердито, как говорится.